Митрополит Павел, участвуя в литургии, по сути, прощался с рязанцами. В минувшую среду он был официально назначен патриаршем-экзархом Беларуси. Отец Павел в ходе службы обратился к прихожанам. Он поблагодарил как рязанское духовенство, так и мирян за совместные труды, доверие и любовь на протяжении 10,5 лет его управления епархией. Он сказал, что рязанская земля и рязанцы оставили большой след в его сердце. Всех вас, дорогие братья и сестры, я прошу прощения. Конечно, хочется пожелать, чтобы Господь своей благодатью простил и помиловал всех нас и всех вас. И сегодня еще раз хочется пожелать искренней помощи Божией владыке Вениамину, владыке Дионисию, владыке Владимиру, нашим пастырям, которые сегодня пришли в этот соборный храм, с которыми мне приходилось в течение этих 10,5 лет служить, молиться, трудиться, поэтому и у вас, отцы, я прошу прощения. Ну а всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы вы всегда были такими, какими вы были эти последние 10,5 лет, которые я вас знал. Чтобы вы всегда, видя друг друга, радовались этой встрече, потому что в каждом человеке есть образ Божий. Новый митрополит Рязанский Михайловский Вениамин в ответном слове поблагодарил отца Павла, своего предшественника, и подарил ему памятную панагию с изображением казанского образа Пресвятой Богородицы.